Давай, Overwatch, удивляй меня. Что это? Всем привет, ребят, с вами Костя. Я хочу поздравить вас всех с наступившим 2016 годом. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего в этом новом году, чтобы все ваши мечты сбывались и все у вас было хорошо. Ну а со своей стороны я буду стараться как можно чаще радовать своих любимых подписчиков новыми видосами и стримами. Также хочу сказать спасибо тем людям, которые ставили лайки под прошлым выпуском. А таких людей собралось почти 25 тысяч. Мама родная, 25 тысяч. Спасибо вам, ребят, огромное. И в этом выпуске, к сожалению, будет всего лишь одна демка. Одна демка тут будет, потому что мне просто банально не попадаются читеры в патруле. Вроде и скидки на CSGO есть, вроде и каникулы начались, но почему-то жестких ребят в патруле я не нахожу. Разумеется, мне попадались читеры в патруле, но ничего жесткого они не делали. И смысла засовывать их в новый выпуск просто не было. И как вы все уже знаете, после того, как под этим видео собирается 1000 лайков, я сажусь делать следующий выпуск. Так что ставьте свои пальцы вверх и поехали! Загружается демка карта The Dust 2, The Suspect нас играет за сторону террористов, счет у нас 0-0, идет у нас разминка, и вы, в принципе, сами видите, что происходит у вас на экране. Одним словом, это пи***ц! Что это? Твою мать! Просто сплошное, непонятное слайд-шоу! Боже ж ты мой! Боже мой! Охереть! Просто... Боже мой, боже мой, я в шоке, я не знаю, что сказать. Пацан подрубил АИМ, причем ни хреново его так подрубил. Жесть, просто жесть. Хотя нет, погодите, может быть я просто на него наговариваю, это какой-нибудь мега супер икс 1080 градусов, мега пиздец какой глобал. Играет на самой высокой сенсе в CSGO, поэтому его так калашматит. Ну или второй вариант, The Suspect под спидами. Ладно, ладно, и так тут все понятно. Парень просто жестко подрубил АИМ. Причем настолько жестко, просто сплошное слайд-шоу, ничего не понятно. Silent AIM. Охереть, мне вот интересно, почему он пол не смотрит, а вращается вокруг своей оси. Одним словом, пи***ц. Парень нас решил поиграть в планету Земля и покрутиться вокруг своей орбиты со скоростью несколько километров в секунду. Просто жесть. Вот буквально недавно, в позапрошлом выпуске, мне попался точно такой же тип, Silent AIM. И я еще удивлялся, почему таких типов не банит ВАК. Я до сих пор удивляюсь. Тут-то что могло помешать просто ВАКу взять и к херам его забанить? Через 5 секунд после того, как он подрубил этот сов. Непонятно, вообще непонятно. Со стороны, по идее, это выглядит вот так. Что это такое? Что это такое, твою мать? Боже мой, неужели с CSGO все настолько плохо? Почему тебя не забанили, братан? Почему ты попал в патруль? Где ВАК-бан? Алло! Почему они попадают в патруль, а не сразу их банит ВАК? Я не понимаю, 6-0. Что у нас по счету, кстати? Пинг 41, хер с ним. 23 на 0. 23 на 0. 3-2, 2-2, 1-2, 1-2. Пипец! The Suspect просто в самую наглую, я просто не знаю, куда еще наглее, бустит своих тиммейтов. Просто сплошной слайд-шоу, сплошные хедшоты, 27 убийств, 92% попаданий в голову, прострел через стены, плюс ВХ еще тут подрублено помимо Silent AIM. Фух, закончилась демка. Это правда было жестко. Окей, приговор патруля. Опубликовываем вердикт, и я надеюсь то, что... Он вообще, блядь, никогда в КС не вернется! Ну а на этом мое первое видео в новом году подходит к концу. Если вам понравилось это видео, то вы можете показать это своим большим пальцем вверх и своей подпиской на мой канал. Также я буду вам очень признателен, если вы подпишетесь на мою группу ВКонтакте и на мою группу в Стиме. Ссылки на них вы найдете в описании. Еще вы можете глянуть мои прошлогодние видео, кликнув по одной из аннотаций на вашем экране. А на этом я с вами прощаюсь, с вами был Костя. Всем удачи, повеселитесь на каникулах, пока! We'll be right back.